Всем привет! У нас поступает в продажу вот такой автомобиль. Это Toyota Yaris Cross 2022 года выпуска, гибридная версия. Данный автомобиль — это обычный хэтчбэк Yaris. Из него сделали паркетничек с динамическими поворотничками, он идет. Гибридная силовая установка. Общая мощность у него 117 лошадиных сил. 17 колеса, все диодное, все, что светится. Хорошая комплектация, у него датчики мертвых зон, бесключевой доступ, отделка премиум тканью, которая легко чистится и не загрязняется. Складывание зеркал, полностью все электрическое. Сиденье, электрические сиденья у них не бывает. Выштамповочка вот такая на сиденьях. У нас обогрев руля, обогрев лобового стекла, автоматический дальний свет, мультироль кожаный. Напоминаю, что он с обогревом. Есть куча всяких помощников. Это защита от выезда на встречную полосу. Объезжает сам пешеходов. Потом мертвые зоны в зеркалах. Камера заднего вида в автомобиле есть. Парктроники перед-зад. Климат-контроль, подогрев сидений, режим полностью электрического движения без бензинового двигателя. Автомобиль очень интересный. Датчики давления шин. В общем, есть все. Кому интересно, обращайтесь.